Приветствую всех на своем канале. Хочу показать, как подключить мотор от стиральной машины с тремя проводами. Этот мотор устанавливается на стиральной машины полуавтомат Saturn, либо какая-то другая фирма, неважно. И этот мотор стоит на стирке. Он имеет мощность 135 Вт. Подключается через конденсатор 10 микрофарад. Мотор центрифуги имеет меньшую мощность, 60 ватт, по-моему, и подключается через конденсатор 5 микрофарад. То есть этот мотор более мощный. И здесь есть схема, как его подключать. Как видите, зеленый провод и красный. Подключается к ним конденсатор. Это пусковая обмотка. И красный, на красный и желтый подается питание 220. Это рабочая обмотка. И мотор будет работать. Если этой схемы нет, тогда нужно будет определить, где рабочая и пусковая обмотки. И сейчас я хочу показать, как это сделать с помощью мультиметра. И покажу, как его подключить. Так, меряем сопротивление обмоток. Пусковая обмотка имеет сопротивление в два раза больше, чем рабочая. Так, берем красный провод и замеряем желтым. 32,7. Красный зеленым 64,3. То есть вот это пусковая обмотка, сюда подключается конденсатор. Это рабочая. Теперь подключаю. Берем конденсатор. Красный это общий провод. И зеленый также на конденсатор. Остается желтый на 220 и еще один провод 220 на красный общий. Подсоединяем. Вот такая схема. И сейчас смотрим, как будет работать. Вот так крутит по часовой стрелке. Теперь давайте поменяем местами, подключим на зеленый. Против часовой стрелки крутит. Такая схема. Теперь смотрите, как подключить без конденсатора. Единственный нюанс, мы берем, смотрите, берем рабочую обмотку, это у нас красный провод и желтый. И чтобы запустить без конденсатора, нужно будет самому крутнуть вал, смотрите. Работает без конденсатора. И здесь, в какую сторону вы крутнете сам вал, в такую он и будет крутиться. То есть сейчас он по часовой стрелке крутился. Сейчас, смотрите, против часовой я крутнул. Крутится в ту сторону, в которую вы его покрутите. Вот такой есть нюанс. В общем-то, ничего сложного. Если видео помогло, понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока.